Всем привет, дорогие друзья, на связи Кася, да Юч, ребята, и сегодня со мной играет Димка Федоров. Это GTA 5 онлайн с рубрикой «Спуск без тормозов по льду». Здорово, ребята. Что ж, ребятушки, в этой рубрике мы с вами достаем из рандома тачки из реальной жизни и проверяем их, как они, в общем-то, скользят по льду. Разгоняем максимальную скорость, отпускаем ускорение и педаль газа, вообще полностью все, и летим хаотично по льду. Чем дальше добираемся, больше баллов получаем, ворота дают аж 500 бонусных баллов, что очень вкусно. В общем-то, ребят, второй раз записываю, не поверьте, такую серию похерили, мне свет отрубили. Вот прям максимально обидно, поэтому напиши в комментариях, бесит ли тебя, когда тебе отрубают свет, вот прям в самый неподходящий момент, вот прям такое. А так, да, мы с тобой достаем по одной тачке на жеребьевку, и у тебя, ну, такая себе Ауди, а у меня это Мустанг, судя по конявому, который там спереди. Что ж, неплохо. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь, не забудьте проверить колокольчик. Кстати, недавно YouTube опять тупил, не работали комментарии, поэтому проверьте обязательно. А вдруг вас отписало, либо же что-то там YouTube не так сделал. А так, интересный довольно-таки Мустанг. Матч 1 тоже, смотрю, стоит на нем, но он такой старенький, классический. 300. Прям. Так, у нас чиповка 20, если что, проверь. Я 500 разогнал прям слабо. Ничего интересного. 450, ну, слушай, ну тяжелый Мустанг довольно-таки, просто еду. Не сильно его кидает в стороны. Ну, кстати, на самом деле, неплохой такой, я бы в деревню такой забрал, как раз гонять. Я зацепился, он слишком низкий, этот Audi. 80. Так, 140 у меня, 80 у тебя, ну, в целом пойдет. Что ж, ребята, продолжаем. По нашим правилам, кто дальше спускается, тот делает 3 тачки, проигравший 2. В принципе, вот такая классическая у нас довольно-таки тема. Ема, у тебя неплохой дроп, и там, и там. Крупный габарит, ребята, абсолютно весь идет, и у меня один вопрос. Ты ли... Да, это новый чит. Мерседофон. Выбирай. Что, будешь? Серьезно, Гера, не та? Марс. Ладно. Не та, но я не думаю, что она далеко долетит. Кёнигсберг, не помню. Советую тебе постараться свалить. Я не вижу тебя нифига. Знаете, ты не под колесками мне же свалить. А слушай, по максималке не такой быстрый он, 720 всего. Короче, ребята, новый чит, вот такой Мерседес, крупногабарит. Ну, типа, неплохо, конечно, но... Ема, он тяжелый, я просто как этот... Сдриснул, короче. Оу! Я вылетел. Сколько у тебя? 150. 190, я очень жестко, короче, врезался в циферки и, ну, благодаря им буквально еще одну ступеньку взял. Прикольно, ребята, вот такой Мерседес, чит, но не долетел, не справился, по накату, конечно же, не поехал. Но в целом пока по карапальке, ребят, мы баллы забираем, но это незначительный плюс, отыгрывается все быстрой тачки. Братан, что по читам пошло? А что, кстати, с Лексусом? Что это вообще такое? Начнем с этого. Черепок прикольный. Слушай, прикольный новый Lexus. О, появилась крыша. Ну, это я поставил. Ну, видать, не качается. Оставлю я его здесь, потому что вдруг загрузится, знаешь, обычно. Ну, давай, давай. Согласен. Это считается? Серьезно? Окей, поехали. У меня чит Крайслер. Тот самый, 1200 который. Я, ребят, даже... Вау, вы это видели? Я на задних колесах поехал, как жестко. 400. Так, я пробил ограничитель. 1200, 1300, 1400. Чего? 540. Почти полторашка светлого. Я ема в прыжок раз. Ну ты серьезно, я до конца не долечу его так. Ой-ой-ой. Обидно, что улетел там? Не долетел до конца. Так, у меня было либо 270, либо 280, да, он как-то при ударе всю скорость потерял, 1500, и он не долетел до конца, это странно. Это как ты так? 180. Нифига себе тебе. Матнуло просто на ровном месте. Да, матнуло, было дело. Блин, офигенский, ребята, Крайслер, но второй чит, который не справился. Это, кстати, читы, которые делал подписчик, поэтому... Слышь, делай правильные читы. Он, кстати, постоянно в личку интересуется, а что, на спуске проверял, не проверял. Они не падают, и вот наконец-то начали падать, это неплохо на самом деле. Так, я так понимаю, не прогрузится Леха, походу. Он долго стоит уже. Я беру Макларен. Так, у меня 3 тачки, кабанчик вор, Porsche какой-то непонятный и что-то, Абрахам, да? А слушай, Абрахам как-то справился, вроде доезжал до конца, поэтому maybe, baby мы его возьмем, Прима нет. Ты, короче, удаляю я Lexus. Возможно, да. Ну, окей.
Хотя, блин, Porsche быстрее. Ладно, я Брахам возьму, пофиг вообще. Пофиг пляшем, поехали. Сена тоже прикольная. Lexus прикольная, Off-Road какой-то заряженный, но, к сожалению, да. Тихо, отлично. Ни сегодня, ни сейчас, как говорится. А, так, 4 сотни, 5 сотен. Ну и все. 8 сотен. Ну, Сена Макларен, да. Старенькая сотен. Хорошая тачка. 9 сотен, серьезно, это сильно. Да. Так, ну я еду. Че, выкинул или что? 400. А, ну не вижу тебя на сценарии даже. Пока 500! Летит. Отрикошетил, забил гол. Да. Да. О, меня циферки опять-таки спасли второй раз, что по лаки моментам. Но надолго не хватило. И, кстати, как чит тоже 190, я выпилился. Так, давайте посмотрим, где там Димон. Ускоряемся. Я здесь. От бочины, получается, врезался, залетел. А сено горит, а сено горит. Долго горит. Блин, долго горит. Ну, уже секунд 15 точно есть. Ну, я уже секунд 5 стою. Давайте еще секунд 5. Короче, не взрываются тачки последнее время. Да. Ну да, не взорвет, скорее всего. Короче, тебе повезло. Он сейчас со временем потухнет, поэтому 500 баллов тебе на счет. Неплохо, неплохо, весьма неплохо. Блин, ну жалко, что 2 чита упало, а толку от них не особо-то и много получилось. А так, Кадиллак. Удаляй, да, страшный ужас. У меня 2 страшных тачки. И 2 медленных тачки. Кстати, полицейский Кадиллак. А, так, Леха, Феррари. Ауди опять. Забирай Ауди. Серьезно, Феррари? Да, да. Да? Ну это плохо. Это плохо. Так, ладно, поехали. Кадиллак, полетели. Я думаю, ребят, ничего не сделает. Эскалейт это не один из лучших. Просто обычный Кадиллак. Поехали, это... ты немного газку придал. Не поверишь, вообще даже не сдвинул с места, как будто там буквально плюс 10 дало и все. Че, решил на финиш? Это плохая идея. Походу. Очень плохая идея. Я тебя визуально уже даже не вижу, и мотор улетел. Так, 230. Тихо. 120. 130. Блин! Нет. Я не Чё? Залетел. А, ворота имеешь в виду? Да. Так, да. 150. Ну, неплохо. 402 второй раунд подряд. 170 у меня. У меня по карапалечке. Давай, доедь. Давай, да, блин, чуть-чуть не хватило, чтобы на крышу перевалиться. 170, окей, 400. Давайте посмотрим, куда там Димон у нас пилякался. Я вот здесь. И... Ну, классика, да, просто влетел, получается, в ворота. Так, ладно, неплохо, 2 раунда у тебя прям шикарные. Так, у меня гелик. Между прочим, здравствуйте, тетя Зина. Я его возьму. Крупно говорит, ребята, идет счет. У меня шикарный гелик. Но, ребята, нахера нужен гелик, когда есть Кейнфьорд, поэтому поехали. Погнали, Игач. Он у меня до ворот долетал, он даже вроде гол забивал. А если не забивал, он все равно быстрый. Ты меня не догонишь, даже думаю. Пока. 400. Чупух-чупух-чупух-чупух-чупух. Ема, вот это я понимаю, машина. 765 полетели. 530. Not bad. Немножко неприятно я ударился. Но пока вроде летим. Да, максимально, короче, крупный габарит странный. Так себе. 130. Угу. Я пока лечу хаотично. Трубы, то есть, ребят, мне тоже помогают, на самом деле. Слушай, это гол на четверте. Бум! Меня засейвили цифры 160 и остался на льду. Так, 160 остановился. Ну, неплохо. Слушай, я залетел в ворота на здоровенной фуре. Это, конечно, козырно. Отыграли пятихаточку? Да, это очень хорошо. Хотя, с другой стороны, гелик там тоже в раунде был очень козырный. Вот если бы он сейчас попался, я бы не отказался на нем прокатиться. Но... Так не бывает. Не... Что это мигает так? Opel RS4. Это от чего так? Это Бэтмобиль такой? Не знаю. Да, это Бэтмобиль такой был, нихера себе. Так, 190. Кстати, летающий Volkswagen. Не Volkswagen, а Volvo, если бы точнее, упал. Тот самый. Так, хорошо, попробуем. Может быть, разгонится, может быть, нет, но надо. Давай, как попробуем. Говорится, лететь к цели. Так, хорош. 4 сотни, 5, 6 и 7 будет. 500. Ну, 827 я видел цифру, как минимум, ребят, можете в комментариях мне поправить.
Ну, 490 это слабо. Слушай, Volvo вообще шикарный автомобиль. Он чисто по прямой траектории едет, на, ну, короче, приземляется и дальше летит. Неплохо себя чувствовал. Да. Ой, какой куча флип-флап и пятихаточка очередная. Не вылетай. Нормально. Сверху на Кентвер закинул. А так, ну нормально, два раунда подряд и у меня по пятихаточке. Давайте посмотрим, где Димон. Я опять остановился на 130. Лечу. Вот, я вижу тебя. Ну, типа, да, машины, ребята, если в сторону не летают, очень часто тормозят движком. Поэтому идем дальше смотреть, что по дропу будет дальше. Так, ну ладно. У меня только что камбэк был. Надо свою позицию, как говорится, улучшить. Так, это что за... Это стандартный, да? Это не Макларен вроде. Так, у тебя Мустанг, возможно, хороший. Но под вопросами. Так, F1. Слушай, это Макларен. F1, это Макларен, это считает. Значит, вот это, ребят, не идет в счет. Ну, тут все ясно. Но проблема в том, что, ребята, эта херовина взорваться может, как и Мустанг. Поехали. Так. Мустанг не самый лучший, кстати, вроде. У меня еще ускоряшка есть. Она, конечно, такая себе. Прожимать ее не буду. Потому что толку от нее нету. От слова вообще нифига. 7 сотен, кстати, под килем. 870. Вууу! Летающий кроссфайр. У меня поворотник замигал. Прикольно. Так. Сильно. А что поворотник-то мигает? Так. Он, видать, от удара сломался. Чбонь! Не загорелся, так тормози. Все хорошо. Не загорелся, 4 сотни. Опять? Ха! Три раунда подряд, и я прям урву систему неплохо. Ну что ж, с таким настроем можно еще залететь в пятихаточку и... Так, это не чит вроде новый. Я уж подумал, нифига на читы сегодня. А можно еще что-нибудь хорошее? Расщедрился. Чит получил, пожалуйста, коревет. Это не не уверен, что это прям... Это не чит, коревет? Серьезно? Да, это не чит, поэтому я уберу. Так, 190 Porsche, второй раз падает. Давайте я по приколу возьму как бы вот такое ведро в надежде, что поедет по накату. Это Плимут. И, наверное, хороший. А, это который 300 под капотом, да? Вот такой 190 под капотом. А, тогда это не тот, о котором я думал. Это самоделка, типа, перед от стандартной тачки. Жопа. Вау! Нет, вау! Оба. Это полностью, ну, корвет настоящий. Так, ребят, не буду ехать с самого конца, сами видели, что с тачкой происходит. Наша задача хотя бы добраться до льда. Вот даже не буду лишний раз газовать. Нихера он быстрый. 520, чтобы ты понимал, я проехал буквально там метров-то 50, наверное, такие. Так, я лечу. Максимально странный какой-то Плимут. Он цепляется, но он легкий. Он ломается, он багуется, ёпа мать. Прикинь? То есть я разогнался буквально с двух делений, ну ладно, не с двух, с четырех делений дуги где-то. Ебать, он летит, слушай, он какой-то читерский. Правда, он цепляется на дуге, сами видели, ребят. Дай-ка я гляну хотя бы. До конца лечу, чё? Прикинь. Чего? С минимального разгона, еще и в 500, что ли? Да ну нах! А, так это же чит. По-другому искаешь. Нет, это косячный какой-то старый Плимут, это не чит. То есть он вместо... Есть Плимут чит, это чит. Да нет, это не тот. Тут 155 под капотом, а у того под капотом где-то 300. Понял? Это не чит, это обычный Плимут. Поэтому да, странно. Пожалуйста. Получите, распишитесь, четвертый раунд подряд до конца. Так, ребят, возможно, предпоследний раунд. Смотрим, дроп вообще козырный. Если честно, я очень сильно удивился. Так что тачки, которая летела у нас. РС и Субару. Что РС такая интересная, какая-то непонятная. Так, 35... Додж не доедет, даже смотреть не буду. Слишком большая база. Короче, какой-то вообще невыразительный X5. Поехали. 1020, это 120, это что? Рублей до центра? Не знаю. Вроде меня... ухожу. Отлично. Да или нет. Или что? Рядом едем. Максимально рядом, максимально овощ у меня. Хотя, может, пинга, конечно. 528. 530 разогнал. То же самое. Так, ладно. Да что поворотники у меня все левые мигают? Что за прикол? Это как? Как вообще поворотник-то включается на клавиатуре? Я даже не знаю. Так, ладно. Ну, я выпилился, да. X5 не особо. 120.
Ну и ты тоже не особо далеко собрался. Улетел, и не зацепил, 160. Вылетел на 160. Да-да-да. Короче, ребята, сейчас посмотрим, как улетим. Если прям плохо полетим, сделаем 2 раунда. Если долетим до конца, то, скорее всего, уже финальный. Ну, чисто по времени, по хронометражу. Так у меня заряженный бых. И, к сожалению, идет вот такой вот тяжелейший... как его, хаммер, который тоже идет в счет. Я что понял, я просто перестроился, сраный рандом, больше ничего вообще не выдал. Бывает и такое. Боевает и такое. Кстати, у меня не самый быстрый вроде бэх. А может быстрый, я вот не помню, они разные у нас. Я посмотрим. Так. Ну, мое почтение. 150? Хотя бы пятихатку поехал. Ну, одинаковые тачки. 160. 567, тоже не особо, гелик у тебя дам. Мы такой знали, гелик не особо интересен. Так, ну я крышу поймал, хотя бы не выпилился, за тобой лечу прям. Как на квадрате можно вот так лететь, смотрите. Ну 180. Ай-яй-яй, на колеса встал, зачем и почему? 220. 200 ровно я улетел. Летел я прямо за тобой, кубарем, пока не стал на колеса. Ну и, кстати, та же самая ситуация, смотрите. То есть, как хорошо летел гелик, встал на колеса и тормознул. Да. 230 по итогу, чуть дальше, чем у меня. Что ж, друзья, серия получилась козырная. Сегодня очень богатый улов на тачке. Вы только посмотрите, 3 из них мои на пятихаточке. Сена старенькая, давно кто-то ее просил, помню, вот еще и старая попалась, посмотрели на нее. А Плимут удивил, косячная максимальная тачка, но летела. Феррари, понятно, ну и вот этот... Crossfire или как его, тоже неплохой прям Кадиллак тоже. Что ж, пишите в комментарии, какая тачка больше всего понравилась. Mm-hmm. Димон полетел в закат. Ну а мы с вами прощаемся. Пока-пока. Давай-давай.